Певица Алла Пугачева, сбежавшая из России осенью 2022 года, продала бизнес в Краснодарском крае. Речь идет о заводе по производству чипсов. Исполнительница хита «Миллион алых роз» в 2001 году приобрела участок земли в городе Крымск. Именно там она затеяла производство хрустящего картофеля, который оказался провальным. Чипсы со вкусом бекона, укропа и чеснока не пришлись по вкусу потребителя. В связи с этим, Примадонна решила распрощаться с неудачным бизнес-проектом, пишет КП.ру. Напомним, в настоящее время Примадонна находится за границей. Туда она со скандалом перебралась в сентябре 2022 года, назвав соотечественников рабами и холопами.